Сделаем продолжение. Да, мысль порвалась, но два видоса объединяют их. Так, фотография. Кто она? Не знаю. Они выглядят счастливыми. Лампа, осмотреть. Понимаю, мне пришлось заставить Феликса купить лампу. Да, он всегда был упрямым. Я так и не убедил его перестать пользоваться детектором. Радио. Так, смотреть. Банка с краской. It's empty. Пусто. It's strange. Странно. The can's wet, банка липкая, но краски paint на ней нет. Weird. Странно. Он прицепил вот это, да, доску, как я понял. Использовать. He always complained about он всегда жалелся на то, что плохой ловит сигнал. Right. Да, фонограф ему не нравится больше. Но я думаю, не стоит. Или включить. Ладно, давайте включим. You, не знаю, как тебе, но мне сейчас не любимую классику слушать, не хочется. Окей. Феликс любит научную фантастику. Yeah, sis? Что, сестренка? Chances those Hyperion boys aren't dead already. Hyperions are resilient. Стойкие, с ними не все будет в порядке. Find anything yet? Нашла что-нибудь? Zilch. Ничего. Но здесь должно быть что-то, что должен. Так, давай искать. We better keep at it. Yeah, I'll let you know if I find anything. Да, если что-то найду. Если что-то найду. Не, я знаю, что что-то здесь за доской. Here we go. Посмотрим. Always nice to see. Всегда приятно видеть старых друзей. Doesn't look like he changed. Не похоже, чтобы он что-то. Значит, есть шанс, что там будет что-то ценное. Great. Супер. Фонарик. Если задумал идти в поход. Он ультрафиолетовый. Феликс им повернул наши первые поддельные купюры. О. Я знал, что где-то его видел. Даже невероятно, что этот козел был такой стимативный, что хранил его в сейфе. Может, Фелли хотел, чтобы мы его нашли? Там Эриди используется. Серьезно? Так, у меня еще есть место. А, они в общий пошли склад. Так, ну у нас еще пуля сохранилась. О, маска осталась. What is it? Too many memories. Так, ну воспоминания связаны с этим местом. Let's hope there's a bit здесь, кроме воспоминаний, еще что-нибудь будет. Как думаешь, зачем он составил нам фонарик? Я немного боюсь. Better to get it over. Лучше не засорим, мы на самом деле говорили, и это фонарики на похоже поможет. Подожди, а если я банку. Подожди, а если я баночку фонариком, вот именно. Саша, look at this. Саша, смотри. What the hell? Какого черта? It's ultraviolet paint. Это сонная что-то. Жидкость. Наверное, он хотел оставить так секрет. Но он рассчитывал, чтобы мы увидели, значит, он спрятал что-то специально для нас. Холодно. Горячо. Нашла. Right there. Здесь. Awesome. Круто.
Это оно? Yep. Да. Just gotta pry it Осталось open. Только открыть. If you find another Если так еще один фонарик, there, то с меня хватит. Guess that's Значит, мы нашли, for, что искали? Guess so. Думаю, да. Here we go. Посмотрим. Better double check the contents. Смотри его внимательно. А там сейчас динамит, да, будет? Нет. Oh, hello, sexy. Привет, крошки. You're coming with Вас me. Я забираю с собой. И... Серьезно? Три гранаты теперь у нас есть. Эхо... коммуникатор. What is Что it? Это? Это эхо-аккумулятор. Зачем он? Если вы это смотрите, то я либо мертв, либо, что еще хуже, мой план сработал. Мне жаль. Фиона, Саша, я так много хотел бы вам сказать, но иногда чем меньше знаешь, тем лучше. Да неужели? Пока мы так готовили аферу, я знал, что мы перешли дорогу Велору и ее людям. И я знал, но вам этого не сказал. Что ж, если вы смотрите эту запись, то скоро она начнет вас искать. Меняйте имя, меняйте внешность. Я верила ему. Беря все необходимое и деньги. Так и бегите. Забудьте о прошлой жизни. Забудьте обо мне. Но помните, что я люблю вас всех сердцем. Знаешь, я понимаю твою злость. Прекрасно! Потому что я зла. Я не могу больше слушать его брехню. Поверить не могу, что ты его не убила. Почему ты предупредил этого сукина сына о бомбе? Нужно было молчать, чтобы ему взрывом бошку снесло. Я не могла этого допустить. Его всегда заботило только деньги. Как только появился шанс сорвать куш, он это нас предал. Мы почти заполучили эти деньги, Фиона. 10 миллионов долларов. Этого бы хотели, чтобы улетели с этой планеты, чтобы мы начали новую жизнь. Мы найдем. Мы станем богаты, чем самые смелые. Но не в деньгах счастье. Не начинай. Так только богачи говорят. Саша это запомнит. С плохой стороны? А, все, окей. Окей. Выбор где-то решает. Будешь бутерброд? Кто знает, может нам еще не скоро удастся поесть. Sure. Буду. Интересно, что это? Что там? Какое-то улучшение для пистолета. Все еще рассчитываешь на один. Кажется, он добавляет пулям психийный урон. Запасной вариант. Прощальный подарок. This one comes with another Тут еще одна пуля. Now, Теперь их у меня bullets. Две.
Не буду открывать. He left you something Тебе too. Он тоже что-то оставил. I don't want it. Мне это не нужно. Come on, don't be like Прекрати, that. Не надо так. Don't tell me how to feel. Не тебе решать, что мне... I'll just hold on to it. Когда не передумаешь, подарок будет у меня. In case you change your mind. I won't. Я не передумаю. Какая упрямица. Отказываешься принять прощальный подарок? Крогер. Усатик. Нанят, как хладнокровно. Финч. Не слова прически. Тебе должно быть стыдно. Руки вверх. Вы обе. Так. Сэндвич. Кто вы? Why you got a pan going for a sandwich? Who are you? Кто вы? He's Finch, I'm Kroger. Он Финч, я Крогер. No. Ты слышала мое «но»? Ты видела, что я тебе смотрю? Так, вынудила его прострелить этот красивый пол. И зачем? Непонятно зачем. За вами двумя охотятся все наемники Пандоры, а вы тут бутерброды готовите. Свяжи и уходим. О, хорошая реакция. Дамочка, вы ставите себя в дурацкое положение. Ну давай. Фиона, shoot him. Фиона, стреляй. Do it. You're pointing that at a dude who has people shoot him in the chest for fun. I'm usually drunk and charge 40 Я даже на самом деле я не знаю, смотрите. Кислота его убьет. You can have this one for free. Давайте шоковое. You all right, man? Как ты, чувак? Oh, yeah. В полном порядке. Да ладно, можешь крутого из себя не строить. Я пойму. Эй, чувак! Бежим! Ой, я знаю, сколько у тебя пуль! И... О, я знаю, это из космоса. Афина. Ваш кошмарный ассасин ненавидит Атлас. Они мои. Я иду. Ты отошла от дел. Неправильно думал. Я что это за бег был? Как знаете, короткие шашки какие-то, мини-шашки, блядь. Окей. Фиона, туда! Ну-ка, нравится? Саша, хватит, бежим! Нет, Фиона, Фион! Сюда! Погоди! Упс. Мой блестящий мотоцикл! Саша, берегись! Двигаемся. Что теперь? Не волнуйся. Пока что мы вместе с ней бежим. Мы делаем из вас вкусный пудинг. Крутящий что-то сэндвич с пальцами. Эй, ну же, прыгай! Oh, yeah.
Ой, ну конечно, именно так и все было. Это моя история. Захлопнись. Она все еще там? Не вижу. Уверена? Должно быть, она... Берегись! Сейчас вам придет конец. Фиона, гранаты. Те, которые сделал Феликс. Используй их. Живо. А это... Времени нет. Я ее отвлеку. Минус одна граната. Минус одна граната. Осталось две. Это наш Крайон? Парень быстро работает. Отойдите оттуда. Пнуть. Давай же, помоги мне. Нет, нет, не трогайте. Куда вы так бежите? Брёски. Какого черта вы тут носите пыль под... Прослушай, охотник за головами. Охотник за головами? Чего? Ты уверена? Да. Где ключи? Ладно, ладно. Не хватит. Фак. Она уже тут. О. Привет. Мила. Вау, ну и медленная же дверь. Спрингс, малый бизнесмен, детский веб... Так. Скутер, это моя девушка, Афина. О, я знал Афину, ха, вы же... Вы чего, девочки, и часто вы так целуетесь? You guys settle on anything? She's a perfect guy for the job, for sure. It's nice to meet you. Рада познакомиться. Я Фиона, а это моя сестра Саша. Hello. Привет. It's very nice to meet you. И мне очень приятно. It's too bad you won't. Очень жаль, что вы здесь не задержитесь. Похоже, вы очень спешите уйти. Yeah. Да, кое-что не очень хорошо висит у нас на хвосте. Я чувствую какую-то небильную неловкость. Вы тоже чувствуете ее? Вау! Над этим кровавесом хорошо потрудились. Ну, знаю, сделал лучшее, что успел за это время. Не скромничай. Взгляни на эту работу. Должна сказать, вам обеим очень повезло, что у вас так заботятся. Погоди. Так ты говоришь, что Афина одна из ваших преследователей? Что? Нет, это лишь недопонимание. Афина обещала, что завяжет с прошлым. Так что она не могла сделать то, в чем вы ее обвинили? В смысле, так я ее не обвинял? Так, а скажите мне, пожалуйста, здесь, где ее обвинил? Окей, здесь что-то было тупо, это тупо сделано. Все верно, наши отношения важнее какой-то идиотской работы. О чем ты спрашиваешь? Знаешь, я думаю, это был кто-то другой. Ага, так и было. Видишь, лишь надо... Алло, где Афина это запомнит? Алло, я не говорил то, что она нас прислала, я просто говорю, приятно познакомиться, и все. Я и правда видел плакет на награде, какие-нибудь ужасные люди будут преследовать вас за такой большой куш. Ну, а чем мы смеемся? Это странно, мы смеемся, потому что странно, да? Ну, я думаю, нам пора идти.
Stay safe out Берегите there. Себя там. Пандора кажется такой маленькой, когда вас кто-то ищет на ней. Знаешь, ее щит валяется вон там. I mean, if she's not a bounty hunter. А, не думаю... Не будем вы... Я собираюсь повозиться с ней. Что? What does she need it for? It's probably best Лучше всего, наверное... No, you're no fool. Скучно это. Так вот, как любому из тысячка мотов садитесь и катитесь. Если я вдруг понадоблюсь, я нахожу их на всей Пандоре. Что бы дало это? Щит возвращается всегда к ней, поэтому... Навряд ли. Бы взял щит. А вот мне интересно, если бы я Рилли тогда в пещеры бы поехал, мы бы встретились... Плохая-то и есть пресловная лаборатория. Все именно на это и указывает. Вау. База обнаружилась совсем недавно, где-то в течение последнего часа. Думаешь, это парни нашли ее? Наверное, у них грузчик настолько умный, так. Грузчик настолько крутая начинка, что он смог обнаружить базу. Возможно, но вот почему они не дождались нас? Хороший вопрос. Атлас. Crimson Lance. Алая копье. С ними шутки плохи. Это дело рук Афины. Можно сказать, мы еще слегка делались. Будет дело, кто скажет или умрет. Все просто. Мне кажется, что вы нас не любите, слышал убьет. Вдохнись, умник. Дело плохо. What are we gonna Что do? Будем делать? We're all gonna be nice and cooperative. Aren't we? Not cause any problems, right? Okay. Так, мы подкрадемся вон туда, чтобы занять позицию выгодную потом. Так. Кто тут у нас? Рис и Вон. Нашли себя друзей, да? Кажется, кто-то из вас должен мне ключ. Эй, Август, смотри, кого я привел. Вот черт. Васкес? Вон, Рис? Надеюсь, что вы сумели сбежать. Вы же не думали, что я сделаю свою грязную работу? Как ты мне надоел? Как ты постоянно находишь? Мы от тебя сбежали еще огромно раз. Рис. Только глупец думает, что в темноте сможет спрятаться от своей... Чего? Грузчик, стреляй! Сделай что-нибудь! Помогаю. Ай-яй-яй. Стоп. Что? Ой, да ладно. Ты же не думал, что я возьму с собой универсальный пульт управления? Что? Проект Гордис. Две половины ядра. Теперь у нас есть все, чтобы найти хранилище. Шахмат, амиго. Какой позор.
А ты что думал, Рейс? Думал, что можешь без спроса брать мои игрушки, ничего за это не будет? Ты никогда не будешь дальнобольным. Вот в чем твоя... Поэтому я всегда побеждаю. Это ниже твоего достоинства. Юго, послушай. Фиона, Саша и даже Вон, они тут ни при чем. Все это конфликт только между моих... Я украл деньги, я сорвал твою сделку. Все случилось только потому, что я хотел отставить тебя в дураках. Поэтому именно мы с тобой должны договариваться. Почему всегда по лицу? Договариваться? Договариваться? Да я тебя урою, падаль! О, ребята, вы не поверите, какой мне сон снился. Это просто... Стоп. Что тут забыло? Это же не я вырвал. Парень, я... Так, ценю, что ты за мной повторяешь, но... Боже. О, это что за принцесска? Стой, они... Твою... Shock other people. Бьется только. Oh, yes. Ах, да. Забыл сказать, не трогай ядро, Август. Don't touch the cores, August. Thanks for the heads up. Спасибо, что предупредил. Придурок. Рис и Фес, сделайте. Вы же будущее слушать. Что ж, тогда я тогда неплохой могу сделать с вашими друзьями. Ребят, собственно, могила еще покажется цветками. Мы не знаем, как эти... Да, мы даже не знаем, что это такое Гортис. Вот как. Ничего. Все вместе как-нибудь разберемся. Два коридора, две детали. Я и мой без пяти минут мертвый уборщик пойдет в... Так, в один коридор. А ты, мисс Модная Шляпа, идите в другой. Парни, не спускайте с этих двух глаз. Особенно с нее. Не верится ни единому ее слову. Ой, как мило. Да, сидите тихо. Убери руки. Если дернетесь, пристрели на месте. Рейс, был откровен, тебе и Вон удалось меня впечатлить, а это мало кому удается. Я увидел, что вам удалось так далеко зайти. Так, Хьюго Васкес, ну же, я же помню что-то такое, только что и... Серьезно, просто невероятно. Вам точно кто-то помог? Нам помогли друзья Фиона и Саша. Нам помог красавчик Джек. Ой, ты все это про меня собираешься рассказывать, что ли? Да, понимаем. Прекрасно это не понимаем. Я сам всегда считал красавчика Джека неиссякаемым источником вдохновения. Ты, наверное, думаешь, что я всего лишь добился сам, и будущий в целом прав, но было время, когда я был на самом дне, когда я восхищался одним человеком. Одним. Очень особенным человеком, он кажется про меня. Красавчик Джек. Вы, придурки, всегда так про меня говорите, но я все равно не помню, кто. У нас с ним была одна традиция, все причем он всегда был у меня по лицу. Всегда, даже если он был занят. Он всегда находил время для этого. Не понимаю. Я и мать свою, блин, уже не помню. Херак прямо в челюсть. Было дело, он мне так врезал, когда... Мне завидно. Кажется, он был хорошим человеком. Чип Демоллер. Не могу рассказать вам то, что... Ты не понимаешь, тебе не понять. Ведь я был его козлом отмщения.
Ха. Он думает, что был свободным. Как мило. Я скучаю по нему. А, я сейчас с ума сойду. Верните меня наконец. Но я продолжаю его делом. Почему ты это делаешь? Что ты имеешь в виду? Какая тебе выгода? Ты хочешь деньги или отомстить? Мы сейчас пытаемся исправить то, что уже прошло. Мы сделали это моего босса, Веллари. Очевидно, что по очереди многим причинам это была бы плохая идея. Особенно потому, что ключ оказался подделкой. Веллари узнал об этом, и теперь нам нужно убить ее, что в такой комнате ничего стоит 10 миллиардов, которые мы не соответствуем. Может быть, тогда она нас не убьет. Она говорила обо мне. Что? Саша, она говорила обо мне. You guys are sisters. Вы же сестры. I figure you talk every now and again. Блин, я даже не знаю. Just curious if she... Вот интересно, упоминала ли она меня. She ever mentioned me? She thinks you're dangerous. Она говорила, что ты опасен. Yeah, well, I am. Так и я so действительно опасен, так что я даже рад. Может, я этим... Нет, не привлекаешь. Ты убил человека на наших глазах. Забыл? Don't you remember? Oh, right. Да, точно. Yeah, не подумал. You think? Не подумал? Listen, знаешь, тот парень, он был плохим человеком. Он ходами поворол мою семью. Заврался так, что хоть запутался. У него были шансы исправиться, но он ими не воспользовался. Слушай, чтобы знала, я на тебе зла не держу. Как великодушно. Вспомни эти слова, когда ты будешь стрелять мне в спину. Да ладно, не надо так. В конце концов, это вы меня нагреть хотели. Помнишь? Окей, значит, и ты должен понять, что я хотел тебя добрать, хотел остаться для тебя примером, твои наставники. Для тебя как отец. Я хотел помочь тебе. Понижение до уборщика. Я хотел проверить силу твоего характера. Его твердость. Надо признать, ты показал, что у тебя есть сердце, парень. Здоровые стальные яйца. Знаешь, Риш, у меня не было ничего, но я сумел дойти до вершины. А я... Когда-то я был простым парнем. Ну-ка, подогоди-ка. Купюроголовый. А потом я убил. Он был лысым и делал операции по пересадке искусственных волос. И я к этому люблю башки купюро. Может быть, на самом деле нос с тобой отличается, только то, что сейчас вооружен, а ты нет. Давай, напомним. Хотя это довольно весь... Давай, это же будет огонь. Ты же хочешь упустить такой шанс? Бля, я не знаю на самом деле. Ну, типа, он рассказывает. Бля. Я даже не знаю, ну, это такой вариант, знаете, типа, я могу сказать. Хотя могу просто промолчать. Как жаль. Жди, давай. Да ты издеваешься, я тебе такой шанс подготовил. Ты подвел меня. Пошли. Ты понял, да? Ты мог бы так его удалить, но нет. Ты засал, тряпка. Если смогу, я доверяю, чтобы твоя смерть была быстрой. Как благородный. Мог дождаться момент, когда привезу тебя на Гелиос Рис.
Нет! Эй! Эй! Я просто не хочу верить, что она была со мной, только чтобы потом обмануть. Отношения должны строиться на доверии, не знаю, смогут ли я снова быть с Сашей. Как с ней начать? Вам с ней стоит поговорить. Вам с ней нужно поговорить, обсудить все, а дальше посмотрим. Да, нужно поговорить. Ну, пришли. Давай, и не пытайся что-нибудь выкинуть. Уже что-то... Окей. Ну это, походу, конец уже вообще эпизода. Эй, что за фигня? Нет, 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 нет. Ого. Так, а другие планеты? Эй. Эй. Хорошо поболтали. Не думаю, что ему понравилось. Так, Саша разбила ему сердце. Думаю, Саша сильно его задела. Да, я это видел. Ты о чем? Что? Ничего, просто так. Элемент Гортиса готов к объединению. Гортиса. Мы поняли, поняли. Что ж, думаю, нам пора. Кнопки жать. А, толкайте. Продолжай толкать! Я и так, по-твоему, что делаю? Программа завершена. Переустановлю матрицу вероятности. Это еще что такое? Это металлический шар. И как он нам поможет попасть в хранилище? Ну, может, что-то типа ключа хранилища? Не похоже на все ключи хранилища, которые я видел. Ну да ладно, единственное ключ от хранилища, что мы видели, это поделка, которую ты нам... Твоя правда. Хорошо. Хватай эту штуку и пошли. Что ты делаешь? Я успел. Внимание, устройство Гаттриса в опасности. Ну, молодец. Не-не-не, с ним все в порядке, видите? О, не так все должно быть. Ризы... Совсем не так. Нет проблем, все хорошо.
Эй! Эй! Что ты? Доверься мне. Назад! Воу-воу-воу-воу-воу, что это она делает? Это нехорошо совсем. Рейс, Рейзи, ты должен пособить мне свою подсистему, старик. Я могу взломать эти дронов, я могу точно гарантирую. Никто не умрет, если ты нужен, я просто... Впусти меня. Я... Вон! Все под контролем, Рис. Доверься мне. Довериться Фионе, довериться Джеку. Что ты не собираешься сделать, Фиона? Сделай это. Нет, вы совершаете большую ошибку! Никто не живет вечно. Ты так не хочешь спасти? Просто бросить эту штуку? Дело плохо. Интересно, а если бы я дал Джеку контроль, он бы, наверное, в меня вселился, да, у меня такие глаза бы засветились, и пф, закончилось все. Интересно, здесь есть другие вообще варианты, да? Это ж к вариантам относят каким-то. В следующем эпизоде. Давайте посмотрим, что в следующем эпизоде. Так, он все-таки жив, что ли? О, мы Брика встретим. Интересно. Окей. Нет, спасибо. Так, и у нас, в принципе, концовка. Да, конец. Ну, смотрите, в принципе, что у нас выходит. Здесь были варианты, наверное... Я это... Фиг его Рилли знает, но мы доверимся девчонке, Джеку мы не будем поддаваться. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и встретимся в следующем эпизоде. Поэтому всем пока.